Снова всем привет. Вот как я обещал, вечером пришла еще одна посылочка. Здесь должна быть USB аудиокарта, ну, внешняя аудиокарта для компьютера или ноутбука там. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим, что там в действительности лежит. Посылка дошла примерно где-то за 2 недели, за 15 дней, очень быстро. Пусто. А вот и карта. 3D Sound. Конечно, там 3D никакого нет, даже близко. Заказывал я не себе, для одного там ноутбука, у которого проблема со звуком, то есть стандартный звук не работает. И вот такая карта внешняя USB, это прямо настоящее спасение для ноутбука. Вторая жизнь. Стоит она очень дешево, там $2.5 где-то так. Даже можно найти и за $1.5. И поэтому, если у вас сгорела в ноутбуке стандартная аудиокарта, или там проблемы с мостом, и аудиокарта уже стандартно не определяется, и звука попросту нет, то такая 3D карта, 3D звуковая карта, настоящий выход из ситуации. Кошка у меня что-то там с ума сходит. Объелась корма. Ну ладно, всем удачи еще раз. И еще раз всем пока, уже третий раз на дне.